Беларусь, мистер Сергей Ковальчук. Член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Наталья Васильевна Сипович. Member of the executive board of the Olympic Council of Asia Наталья Сипович. Азия олоро аксы соньюлары Юрюляхтигар юсере туама сагаланар. Внимание! Начинается торжественная церемония открытия восьмых игр Дети Азии. Ladies and gentlemen, the eighth Children of Asia Games are about to start in the capital of the Sakha Republic, Yakutia. У осени прелесть своя, хрустальные дали, как будто хрустальные чаши. Звенящих листьев струя, притихли ветра, и притихли таежные чащи. И кружатся листья в раи, недолго им в воздухе этом осеннем носиться. На плечи ложатся мои, как будто цветы из ярчайшего легкого ситца. Каждое время года в Якутии – это праздник, торжество красоты природы, безбрежный океан эмоций и ярких впечатлений. Счастливы те, кто родились и живут в этом прекрасном краю. Якутия – место силы, где самые холодные зимы соседствуют с палящим солнцем жаркого лета, где красочные короткие осенние дни никогда не догонят стремительное течение шумного ледохода. Непроходимые вершины заснеженных высот и густая хвоя зеленой тайги. Бескрайние просторы цветущей тундры и обширные, волнующиеся морями трав Аласы. Быстрые реки, бурные водопады и степенное молчание тысяч озер. В неисчерпаемом великолепии своего разнообразия бесконечно кружится Северная Земля. Якутия is a place where the coldest winters coexist with the scorching sun of hot summers, where colorful short autumn days never catch up with the rushing flow of a noisy ice drift. А щеки у тебя, как снегири, румяны от здорового мороза. Морозный день, старинные слова, узорный праздник для души якутской. И золотит студеный цвет нетусклый деревьев, заединивших кружева.
весну восторгами встречайте. Мои якуты, мой народ, потомков новых намечайте, и да продолжится наш род. Пусть жестко Лену льды сковали, все ж выйдет вновь из берегов. Довольно пашни тосковали, без пахаря и без хлебов. О нежности морей реке рассказывает ливень. Однажды, родившись в самом холодном краю, ты понимаешь, что истинная ценность на севере – это тепло. Потому лето – это долгожданная пора. Пора встречи гостей. Природа – это наш главный учитель. И потому, проникнутая чувством трепетного отношения к природе Якутия, является родиной игр Дети Азии. Бороться и не сдаваться. Лететь навстречу мечте и не забывать о главном. Идти вперед и видеть только свет. Стремиться к победе – это значит жить. Дети Азии. Начало наших побед. Дорогие друзья, приветствуем! Талисманы восьмых игр Дети Азии. Бурундук Саина и мамонтенок Модун. Пусть они станут добрым оберегом на пути к достижению новых спортивных высот. Dear friends, welcome the mascots of the 8th Children of Asia Games. Chipmunk Saina and Mammoth Madun. May they become your good friends and guardians. Пусть игры станут началом не только увлекательных соревнований, но и незабываемых встреч, дружбы и важной ступенью к исполнению самых заветных желаний каждого участника. Let the games be the beginning of not only exciting competitions, but also unforgettable meetings, friendship, and an important step towards the fulfillment of the most cherished wishes of each participant.
Внимание! На стадионе Туймада имени Николая Тарского флаг Российской Федерации. Please, your attention for the flag of the Russian Federation. Флаг несут Павел Павлович Пинигин, олимпийский чемпион по вольной борьбе, кавалер ордена «Знак почета», высшего ордена Якутии «Полярная звезда», заслуженный работник физической культуры Якутской АССР, судья международной категории экстра-класса. Виктор Филиппович Потапов, педагог высшей квалификации, внесший вклад в становление естественно-научного образования в республике. Первым из якутян получил звание «Народный учитель Российской Федерации» указом президента России. Петр Иванович Захаров, основатель кардиохирургической школы Якутии. В 1992 году на базе Национального центра медицины организовал первое в республике отделение сосудистой хирургии. Заслуженный врач России и Якутии, доктор медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Андрей Савич Борисов, лауреат государственных премий СССР, России и Якутии, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист России, художественный руководитель открытия и закрытия 8-х игр «Дети Азии». Павел Петрович Шарин, почетный работник сельского хозяйства России, заслуженный работник сельского хозяйства республики, многократный лауреат премий Советского Союза, Якутии и России, полный кавалер знаков «Трудовая доблесть», обладатель высшей награды Республики Саха-Якутия ордена «Полярная звезда». Андрей Александрович Кулагин, бронзовый призер чемпионата мира среди клубных команд по футболу, серебряный призер международного турнира по футзалу, бронзовый призер 4-х игр «Дети Азии», заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, ветеран труда алмазодобывающей промышленности «Алроса». Thank you.
звучит гимн Российской Федерации. The anthem of the Russian Federation. Начинается парад спортсменов-участников 8-х игр Дети Азии. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes and officials of the 8th Children of Asia Games. Открывает парад главная судейская коллегия 8-х игр Дети Азии. Парад возглавляет главный судья игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Республики Казахстан Мерей Акшалов. The parade is opened by the column of judges of the 8th Children of Asia Games. The parade is led by the chief referee of the games, honored master of sports, honored coach of the Republic of Kazakhstan. Мерей Акшалов. Главный секретарь игр, судья всероссийской категории Наталья Осипова. The chief secretary of judges in the national level judge Наталья Осипова. За захватывающими событиями игр на спортивных площадках будут следить 707 судей из 17 стран мира, включая 58 регионов Российской Федерации. The exciting events of the games will be watched by 707 judges from 17 countries, including 58 regions of the Russian Federation. Азербайджанская республика. Азербайджан. Афганистан. Афганистан.
Народная республика Бангладеш. Бангладеш. Королевство Бахрейн. Бахрейн. Республика Беларусь. Республика Индия. Индия. Исламская республика Иран. The Islamic Republic of Iran. Республика Казахстан. Казахстан. Народная республика. People's Republic of China. Корейская Народно-Демократическая Республика. Democratic People's Republic of Korea.
Казахская Народно-Демократическая Республика. Лао People's Democratic Republic. Ливанская Республика. Лебанон. Монголия! Монголия! Исламская республика Пакистан. Пакистан. Государство Палестина. Палестайн. Сирийская Арабская Республика. Syrian Arab Republic. Республика Таджикистан. Таджикистан. Королевство Таиланд. Таиланд. Тайбэй, Китай. Chinese Taipei. Республика Узбекистан. Узбекистан. Far Eastern Federal District.
Сибирский федеральный округ. The Siberian Federal District. Спустится, застала Петрова, четверть полоса кусится. Моя родина Сибирь, военна велика, как чайник, как богатый, как деревья стоят. Опора и надежда в бесконечном круге жизни. Сегодня перед нами они выступают как истинный символ открытости миру, солидарности, взаимопомощи и уважения к достоинству каждого. Мы рады приветствовать всех гостей на событии, которое зажигает в наших сердцах радость единения, а в душе пробуждает здоровое соперничество. Для спортсменов, которые с нетерпением ждали стартов и тщательно к ним готовились, настал день, который предоставит прекрасную возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю. Желаем всем участникам игр настроя на победу, а зрителям незабываемых впечатлений.
Пусть восьмые игры «Дети Азии» станут счастливой страницей в жизни всех участников и зрителей. Дадут возможность познать и открыть новое в жизни, взрастить в себе доброту, чувство справедливости, открытость, уважение к окружающим. Спорт вдохновляет. Спорт укрепляет. Спорт объединяет. «Дети Азии» – это начало побед. Unity, the friendship of nations and cultural interchange. О, спорт, ты радость, ты ликование, ты горячишь кровь, заставляешь учащенно биться сердце, ты раздвигаешь горизонты, проясняешь дали, доставляешь же радость, удовольствие и счастье людям. Спорт, о, спорт, ты вызов. Твой пламенный, волнующий призыв находит отклик в наших сердцах. Ты утверждаешь, надо мечтать, надо сметь, надо дерзать. Ты собираешь молодежь, наше будущее, нашу надежду под свои мирные знамена. О, спорт, ты радость! Для всех участников началом пути к вершинам спортивных достижений. Let the children of Asia Games become a stepping stone for every participant on their way to the highest athletic achievements. Для оглашения приветствия президента Российской Федерации и вступительного слова приглашается министр спорта России Михаил Владимирович Дегтярев. Москва, Кремль. Участникам церемонии открытия восьмых летних международных спортивных игр «Дети Азии». Дорогие друзья, приветствую вас на церемонии открытия восьмых летних международных спортивных игр «Дети Азии». Ваши традиционные соревнования всегда проходят на высоком организационном и творческом уровне, вносят значимый вклад в развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идей олимпийского движения, укрепление дружбы между народами разных стран. В нынешнем году игры «Дети Азии» радушно встречает Якутск.
столица Республики Саха-Якутии по праву славится солидным опытом проведения таких престижных соревнований. И, конечно, ребята смогут хорошо отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями и уникальной природой дальневосточного региона. Уверен, что игры станут большим праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска. Запомнятся накалом честной, красивой борьбы, яркими победами и рекордами. Желаю вам успехов, интересных встреч и незабываемых впечатлений. Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, от имени Министерства спорта России и себя лично хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, судей, волонтеров и почетных гостей с началом 8-х летних международных игр «Дети Азии». Вас ждут увлекательные спортивные состязания по 24 видам спорта. Будет разыграно 239 комплектов медалей. Каждый из участников сможет проявить себя с лучшей стороны и увезет с собой не только завоеванные медали, но и незабываемые впечатления от пребывания в России. Выражаю признательность Международному комитету игр «Дети Азии» за решение о проведении соревнований в нашей стране. И отдельные слова благодарности главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву и всем жителям региона за гостеприимство, слаженную работу по подготовке и проведению игр. И в завершение я желаю всем веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет. Спасибо. Слово предоставляется президенту Олимпийского комитета России Станиславу Алексеевичу Позднякову. Дорогие участники 8-х международных игр «Дети Азии», вы наверняка много раз слышали словосочетание «олимпийская семья». Это не просто характеристика сообщества спортсменов и спортивных руководителей. Это целый мир, о котором мечтал в свое время барон де Кубертен, когда создавал современное олимпийское движение и стремился с его помощью сделать наш несовершенный мир лучше. На основе дружбы, взаимопонимания, уважения и честного спортивного соперничества. Сегодня здесь, в Якутске, вы стали членами большой международной олимпийской семьи. Игры «Дети Азии» дают вам уникальную и во многом бесценную возможность окунуться в настоящую олимпийскую атмосферу, почувствовать неповторимый антураж соревнований между сильнейшими в различных видах спорта, обрести новых друзей, ближе познакомиться с Якутией, замечательным регионом Российской Федерации, и самое главное – друг с другом. Ведь вы представляете разные страны со своими культурными традициями и особенностями, которых вы можете рассказать другим, получив взамен новые знания. Вы проделали большой путь и географический, и спортивный, чтобы приехать на эти игры. Они зарождались в Якутске и продолжают развиваться на этой гостеприимной, богатой своей историей земле. В ближайшие 2 недели истории предстоит творить вам, и я уверен, что многие из юных участников этих состязаний ждет в дальнейшем большой успех. Примеров тех, кто завоевал медали на играх «Дети Азии» и впоследствии становился олимпийским чемпионом, уже очень много. И я искренне желаю вам повторить их успехи. Хочу поблагодарить организаторов игр за те усилия, которые позволяют этим соревнованиям развиваться и совершенствоваться из года в год. Наша общая цель – обеспечить все необходимые условия, чтобы сегодняшние юные спортсмены стали в будущем чемпионами на взрослом уровне. И «Дети Азии» в этом смысле – очень хороший трамплин. Желаю вам, дорогие участники, красивых побед, новых достижений и ярких впечатлений, и в том числе от сегодняшней красочной церемонии открытия. Удачи вам и в добрый путь! Слово
предоставляется президенту Международного комитета «Дети Азии» Владимиру Владимировичу Максимову. Дорогие друзья, добро пожаловать на 8-е игры «Дети Азии» от Международного комитета «Дети Азии». Поздравляю вас с долгожданным праздником спорта и дружбы. Сегодня многие вспоминают открытие первых игр в 1996 году. За почти 30 лет проделана огромная работа. И сегодня мы встречаем игры «Дети Азии» как один из главных и действенных проектов по воспитанию и подготовке не просто чемпионов, а людей, которые вносят свой вклад в развитие и процветание своих стран и регионов. Благодарим всех, кто на протяжении нескольких лет занимался организацией этих игр. Тысячи специалистов вложили много сил, чтобы игры стали событием, наполненным радостью и вдохновением для каждого из нас. Якутия – это удивительное место на карте мира. И у всех участников есть невероятная возможность познакомиться с самым большим и во многом уникальным регионом России. Пусть для каждого из нас игры «Дети Азии» будут временем счастливых встреч и ярких открытий. И, как всегда, мы бесконечно признательны нашим главным помощникам – волонтерам. Верим и знаем, вы движущая сила любого большого мероприятия. А значит, мы вместе сумеем тепло встретить дорогих гостей. Ваши знания, опыт и добрый настрой – то главное, что помогает превращать каждый день игр в особенное время больших спортивных свершений. Сегодня «Дети Азии» – это уже больше, чем спорт. Мы развиваем не только спортивные, но и образовательные, культурные направления, так как уверены, что именно многогранная личность, открытая миру и знаниям, способна созидать и постоянно стремиться к лучшему. История игр «Дети Азии» – это история тысяч юных атлетов азиатского континента. Мы помним всех наших чемпионов и радуемся их новым победам не только в спорте. Наши выпускники – это не просто наша гордость, это лучшее воплощение наших идей и стремлений. Мы очень ценим вашу поддержку и теплые воспоминания об играх. Отрадно, что спустя много лет вы приезжаете к нам со своими воспитанниками. Значит, наше общее дело продолжается. И мы все также вместе идем вперед к новым вершинам. Через несколько минут флаг игр торжественно внесут наши выпускники. Ныне прославленные чемпионы и олимпийцы. Они стали ярким олицетворением той мечты, о которой на открытии первых игр говорил их основатель Михаил Ефимович Николаев. Он знал и верил, что Якутия начинает большое дело, которая обязательно подарит миру новые имена, красивые победы и в спорте, и в жизни. Слоган 8-х игр «Дети Азии» – «Один континент, одна команда». Мы представители разных стран, но у нас общие стремления к честной борьбе на арене и к дружбе между народами. Уверен, что каждый из нас готов внести свой вклад в будущее спорта и процветание континента. Пусть наша большая, дружная семья «Дети Азии» всегда будет верна принципам достойного соперничества, и удача будет на нашей стороне. Желаю всем ярких впечатлений и новых свершений. Спасибо! Великое счастье каждого человека – видеть достойное продолжение своего рода, трудов и стремлений. Мудрость и отзывчивое сердце Михаила Ефимовича продолжают оставаться примером высокой нравственности и верности делу жизни для многих поколений якутян. Пусть его немеркнущий яркий образ
указует и в будущем нам верный путь. Обращаясь к представителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стран СНГ и субъектов Российской Федерации, просьбой довести до сведения своих руководителей превратить международные спортивные игры «Дети Азии» в регулярные и проводить их один раз в 4 года. В ваших руках, республика. Внимание! На стадионе Туймаада имени Николая Тарского флаг Международного комитета «Дети Азии». Your attention for the flag of the Children of Asia International Committee. Флаг несут Туяна Дашидаржиева, чемпионка 5-х игр «Дети Азии», серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука. Россия! Малик Сакши, чемпион 4-х игр «Дети Азии», бронзовый призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов Азии по вольной борьбе. Индия. Фанапа Хармсуджин, чемпионка 5-х игр «Дети Азии», чемпионка мира, неоднократный призер чемпионатов Азии, бронзовый призер Азиатских игр, участник Олимпийских игр по тхэквондо, Таиланд. Виктория Ан, чемпионка 4-х игр «Дети Азии», семикратный чемпион Азии по легкой атлетике, двукратный призер Азиатских игр, участница 2 Олимпийских игр, Казахстан. Юрий Краковецкий, бронзовый призер 4-х игр «Дети Азии», многократный призер чемпионатов Азии, многократный призер международных турниров «Гран-при», неоднократный призер турниров «Большого шлема», участник 2 Олимпийских игр, судья международной категории по дзюдо, Кыргызстан. Виктор Лебедев, чемпион 3-х игр «Дети Азии», 6-кратный чемпион России, победитель 1-х Европейских игр, 2-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе.
звучит гимн игр «Дети Азии». The anthem of the Children of Asia Games. Комитета «Дети Азии» поднят. The flag of the Children of Asia International Committee has been raised. Почетное право для торжественной клятвы от имени участников и судей восьмых игр «Дети Азии» предоставляется Данилу Копылову, победителю первенства Республики Саха-Якутия по стендовой стрельбе открытия сезона 2024 года, обладателю гранта Целевого фонда будущих поколений для одаренных и талантливых детей Республики Саха-Якутия, призеру Кубка России по стендовой стрельбе, Мирею Акшалову, главному судье игр, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру Республики Казахстан. От имени всех спортсменов восьмых игр «Дети Азии» я обещаю, что мы будем участвовать на этих играх в истинно спортивном духе. Во славу спорта и во имя чести своих команд. От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности на восьмых играх «Дети Азии» с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев.
Утактабаллах Барджаном. Рахтанчугастан Кальбит, Утак Мануил Джиттар. Кюнду Эдер спортсменнар. Утаки Хеннар. Дорогие юные спортсмены, уважаемые якутяне и гости нашей северной земли, я взволнован и счастлив встречать сегодня здесь друзей из многих стран Азии, регионов России в нашей гостеприимной Якутии. От имени всего многонационального народа Якутии я горячо и искренне приветствую вас. Мы долго ждали этого дня. Игры «Дети Азии» для нас не только крупнейшее спортивное событие. Это символ наших духовных и культурных ценностей, нашей открытости и устремленности в будущее, которое принес в этот мир наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Мы все гордимся своей Якутией, самым большим по территории регионом Российской Федерации. На 3 миллиона квадратных километров, на 3 часовых пояса простирается наша Якутия. Здесь находится полюс холода с самой низкой на Земле температурой минус 71 градус. Якутия богата алмазами, углем, золотом, нефтью, газом. Но самое главное наше богатство – это сильные духом и мужественные люди. Самые главные наши ценности – это вековые традиции единства и дружбы народов, которые вместе живут и трудятся на родной земле. Сегодня Республика Саха-Якутия является одним из ключевых регионов России, где традиции сочетаются с высокими технологиями, где труд и таланты всех жителей направлены на общее движение вперед всей нашей великой страны. Я от всей души желаю, чтобы каждый из вас в эти дни ощутил светлую энергию нашей северной земли, почувствовал ее позитивную силу, открыл для себя теплоту наших сердец. Дорогие друзья, неделю назад вот на этом месте побывал наш президент, президент России Владимир Владимирович Путин. Он лично ознакомился, как мы... Он лично ознакомился, как мы готовы к детям Азии, которые станут в этом году самыми крупными детскими соревнованиями спортивными на всем нашем земном шаре. И он от всей души пожелал всем участникам игр больших успехов. Восьмые игры «Дети Азии» станут также главным событием года детства, который проходит в этом году в Якутии. И сегодня наш Якутск, крупнейший город в мире на мечной мерзлоте, открывает свое сердце большому празднику детства, спорта и дружбы. Тысячи юных спортсменов приехали на игры, и каждый из вас стремится к победе, ведь в составе сборных команд, которые прошли сегодня перед нами, лучшие из лучших в своих странах, в своих регионах. А для нас самое главное, чтобы юные жители разных стран Азии, разных регионов России на всю жизнь сохранили в душе атмосферу дружелюбия, которую Якутия с радостью дарит гостям. Мы верим, все участники игр «Дети Азии» станут настоящими послами мира, дружбы и взаимного уважения. Пусть «Дети Азии» станут торжеством истинных ценностей спорта, его объединяющей силы. Пусть состязания по всем видам спорта пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе. Желаю вам отличного настроения, ярких впечатлений и прекрасных побед. Кюндюдоготтор, уруй айхалболлон азиаголорон онюларгар. Нерен нергуй боллон, учат догордогутон түлгетигер. Объявляю восьмые игры «Дети Азии» открытыми!
Смелость юная строит. Смелость юная. Смелость юная строит. Смелость юная строит миры, воплощая в реальность фантастику. Вам готовы сегодня открыть мир особый, вселенную Арктики. Начинаем театрализованное представление «Путешествие в арктическую вселенную». Путешествие в арктическую вселенную. Цель игры – придумать своего героя, сотворить 4 времени года, построить арктическую цивилизацию. Улетайте в дальние края, на деревья, на реку летите, птицы. Возвращайтесь весной, возвращайтесь к своим гнездам. Белые льды сердец растопите на ангельских крыльях.
Пропуск уровня запрещен. Игра! Нам нужна подсказка! Слышите? Ребята, необходимо станцевать танцы горы, чтобы пройти в данный
руках холода. Ребята, это что за огни? Это огни моего народа. Они помогут нашему герою. Thank you.
нашли мы друг друга. Я человек арктический. Планету нашу оберегает вечная мерзлота. Мы хранители холода. Живут народы здесь семьей единой. Огонь сердец своих храня. Быстрее, выше, сильнее вместе. Друг мой, если мы с тобою расстанемся надолго, ты взгляни на небо звездное. Сколько звезд на нем, и все они наши. Вспомнишь и нашего северного сияния свет, и поймешь, что всполохи его горят в наших с тобою сердцах. Цветет всеми цветами северного сияния культура народов мира. Блистая, переливаясь радужными гранями на солнце, возвеличится на берегу священного озера Сайсары хрустальный дворец. Соберется в хрустальном дворце весь славный люд срединного мира, независимо от веры и расы. И подобно ладному слогу Олонхо, потечет жизнь отныне светлая и счастливая. Центр Арктики, эпоса и музыки, высокого искусства свет. Вдохнови нас и освети наш путь. Внимание! Новый предмет Нёри. У нашего героя появилась суперсила! Нёри! Кстати, а что такое Нёри? Нёри – это священный атрибут северных народов, которым вешают шкуру оленей на юрты, опираются, когда ездят на оленях, убаюкивают малышей, да? Ну, и пользуются практически во всем. Теперь мы готовы освободить лунную деву. Пусть небесные олени вознесут нашего героя к луне! Поехали! Thank you.
Гербер уменьшается. Империи. Мы дети солнца, аи аймара, славные саха с золотыми поводьями за спиной. Нам даны силы чистого неба. Мы
люди длинной воли, нам покорны арктические льды и снега. Мы пронесли через века наш эпос великий Олонхо, наше божество Джагэгэй, небесный конь огнегривый. Да будет вечен бег твой ретивый. Урой! 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 Сахатегайгар, урой! Урой! Урой!
успешно прошли уровень. Хотите поменять геолокацию? Да! Мы хотим! Санкт-Петербург! Дядя, а вы кто? Петр Великий, первый император России, основал Санкт-Петербург, провозгласил его столицей империи, создал военно-морской флот России, одержал победу в Северной войне и прорубил окно в Европу. Ребята, они настоящие! Империей правим! Просвещенными людьми себя мним, того не ведаем, где море студеном края империи нашей, и сколь далеко на север они уходят. Не дело границ своих не ведать. Беринг, подай карту! Челюскин, карту! Какую карту? Карту империи российской вдоль моря студеного. А вот она карта, вселенная Арктики. По кораблям! Отходим от пристани при полном параде и пальбе пушечной троекратной! Начатое свершиться должно! Богом! Это Александр Невский. Он победил тевтонцев и стал святым благородным князем. Не в силе Бог, а в правде. Друзей будем искать на востоке по кораблям. Построим мост от океана до океана, от южных скал и до снежного тумана. На мерзлоте, в бетоне и в металле такую жизнь сегодня создаем мы. Такую, верьте, о какой мечтали преданий легендарные герои, первопроходцы Дальнего Востока и первые Арктики герои. Мы о мечтаниях тех не забываем, несем в душе живого солнца пламя и душу севера отогреваем своим дыханием, жаркими кострами. Встает сегодня перед нами величие грядущих дней, и мы идем к нему с дарами всесильной юности своей. Thank you.
Эликберген и Лунное Дело встретились. Теперь я понял, они Луна и Солнце, когда они сходятся, в небе наступают белые ночи Арктики и приходит лето. Yeah.
Огонь игр, зажженные в священной местности Якутии, Ленские столбы, прибывает на стадион Туймаада имени Николая Тарского. Дети Азии сегодня объединяют не только страны, но и поколения. Факел с огнем игр вносят выпускники игр разных лет. Огонь восьмых игр Дети Азии вносит Екатерина Алексеева, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, победительница седьмых игр Дети Азии. Екатерина Алексеева. Факел принимает Артур Жирков, мастер спорта России по масс-рестлингу, победитель шестых игр Дети Азии, чемпион России по масс-рестлингу. Следующим нести честь нести факел игр удостаивается Нюргуяна Никифорова, мастер спорта России по дзюдо, победительница пятых игр Дети Азии, чемпионка России, серебряный и бронзовый призер Кубков Европы, трехкратная победительница первенств России среди юниоров. Нюргуяна Никифорова. Эстафету огня продолжает Виктория Барашкова, мастер спорта России по вольной борьбе, судья всероссийской категории, тренер-преподаватель по вольной борьбе, победительница четвертых игр Дети Азии, призер международного турнира в Турции, призер первенства и победительница первенства России, чемпионка всероссийского турнира в Хабаровске. Факел принимает Николай Гуляев, международный гроссмейстер, победитель третьих игр Дети Азии, чемпион Европы по русским шашкам, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион России по русским и стоклеточным шашкам. Огонь принимает
Осип Михайлов, мастер спорта международного класса России по вольной борьбе, победитель вторых игр «Дети Азии», чемпион России 2007 года, призер чемпионата в России, обладатель Кубка мира, многократный победитель международных соревнований. Осип Михайлов! Огонь восьмых игр «Дети Азии» зажигает Георгий Балакшин, заслуженный мастер спорта России по боксу, победитель первых игр «Дети Азии», бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России по боксу. Георгий Балакшин! Восьмых игр «Дети Азии» зажжен! The flame of the eighth Children of Asia Games is lit! Bum, bum, bum.
Поздравляем с праздником дружбы и спорта. Желаем спортсменам-участникам предстоящих соревнований интересных состязаний, достойных соперников, новых друзей, ярких впечатлений и высоких побед. Let's all celebrate this festival of friendship and sport. Athletes, we wish you exciting competitions, strong rivals, and breathtaking victories. You will meet new friends and enjoy every minute of your own story at the games. Детям Азии, уруй! 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 Приняло участие более 3500 участников со всей республики, более 70 хореографических коллективов из 24 улусов, учреждений культуры, учебных заведений республики, исполнители главных ролей в театрализованном представлении, роли детей исполнили Айдар Николаев, Артемий Юрьев, Ихсана Баишева, Виктор Семенов, Самана Портнягина, Сайдам Савинов, Вероника Снытко. Особую благодарность выражаем хореографическим коллективам, прибывшим из 24 улусов республики.